Друзья, всем привет! Мы продолжаем с вами побегушки в Resident Evil 4. Так, тут стоит какой-то ублюдок. Надо как-то... У нас ведь ничего нет, мы играем за Эшли. Вот, надо как-то не попасться ему. Ну хорошо, попробуем. Ней. Ой. Валим. Господи. Тихо, спокойно. Опа, травка. Так, что это такое? О, можно бросить. Ну, конечно, замечательно. Да, все очень плохо. В общем, да. Печальное начало. Так. Лови, мужик. О, хорошо. Еще быстро бросаем. О, он подох. Отлично. Так, что у нас здесь? Ничего нет. О, деньги. Отлично. И здесь рычаг. Крутим. Быстрее, быстрее. О. О, боже, там еще ублюдки. Так, ищем лампы, срочно. Вот лампа. Не умер. А вот теперь умер, хорошо. Так, здесь какой-то шкафчик. Прекрасно. Все, музыка кончилась, все подохли. Хорошо. О, так, здесь еще два рычага. Крутим. Молодец. Давай. Все, проваливаем отсюда. Так, травка. Хорош. Что там? Так, подождите, вот еще дверь есть. О, что это? Вот. Ящичек, и тут бирюза. Хорошо. Шпинелька, прекрасно. Так, что у нас здесь? Патрончики. 15 штук, ничего себе. Записка. Записка слуги Салазара. Зная, что у сэра Рамона Салазара нет семьи, лорд Садлер воспользовался его безграничной верой в Лос Иллюминадос и уговорил снять печать Лас Плагас, наложенную одним из его предков. Сэр Салазар никогда не сделал бы это, если бы ему было больше известно о прошлом. Нужно было раньше догадаться о грязных планах лорда. Вина за все происходящее лежит и на мне. Я не знаю, что затевает лорд, но доверчивости сэра Салазара просто воспользовались. Сейчас слишком поздно что-то предпринимать. Лорд Салазар уже освободил Лас Плагас. Когда паразит становится взрослой особью в теле человека, пути назад нет. Паразит Лас Плагас не погибнет, пока жив его носитель. Исцеления от него нет. Это печально. Возможно, мнение сэра Салазара о планах лорда было ошибочным. Сейчас уже сложно что-то сказать. Я ничего не могу с этим сделать. На протяжении многих лет я служил семье Салазара и буду служить им до конца своих дней. Да, верный мужик. Чё это такое? Здесь есть круглое углубление в центре. Замечательно. Чё? Тихо. Снизу как будто дует. Может быть, с другой стороны есть тайный ход? Может быть. Так, ладно, там была еще одна дверь. Пойдемте посмотрим, что там. О-о-о. Темно, ничего себе. Чё? Толкаем. Так, здесь какая-то кнопочка. Ну, давайте нажмем. Одни какие-то ворота открылись. Ну, хорошо. Так, дрова. Использовать мы ее, конечно, не будем. Так. Как нам сюда попасть? Здесь закрыто. Может быть, вот так? Ничего не произошло. Ладно. Так, здесь ничего нет. Ага, вот оно как загадка. Ну хорошо.
Сейчас все будем раз... Сейчас все разгадаем. Опа! Каменная табличка. Хорошо. Не знаю для чего, но думаю, она нам пригодится. Так, сзади открылась, а там все еще закрыто. Ну хорошо. Давайте попробуем вот сюда нажать. Так, и что, что это нам дает? А, вот, все. Весьма легенькая загадка. Так, что тут? Отлично. Так, стоп. Тихо, тихо, тихо. Я тебя заметил. Господи. Какой кошмар. Ладно. Валим отсюда. Боже, какие-то подземелья. Ужас. Интересно, ей не страшно там? Мне было бы страшно. Чьи рыцари какие-то. Так. Чё это? Кажется, все части составляют единый символ. Но точно сказать нельзя. Изменить? Ну, давайте изменим. Так, нужно сложить картинку. О, хорош. Чего-то все еще не хватает. Идеально подошло. Так, открылся какой-то проход. Вот он. Блин, рыцари, какие вы стрёмные. Что у нас здесь? Чё это? О, пошёл ты. Браслет, отлично. Что еще интересного? Ой, прекрасно, господи. Богом забытое место, ужас. Чё это? А, это вот этот символ семи Салазар. Это там в ту хрень нужно засунуть ее. Там где рычаг такой, опа. О! Изображение змеи. Что происходит? Ёб твою мать! Тихо, тихо. Мужики, спокойно, мужики. Господи, какой ужас. Валим, валим, быстрее, 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 быстрее. Хорош. Нет! Фух. Слава богу, что ты очень медленный. Так. Быстрее. Эй, тихо, 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 мужик, спокойно. Боже. Бедная Эшли. Тихо. Все нормально. Наверное, этот хер с одного удара завалит. Тем более, что ХП не полная. Так, все, уходим быстрее отсюда, как можно быстрее. Чё там было? А, проверить, это на кнопку нажать, нет. Уходим. Оу, боже, еле успел. Фух, ну хорошо, вроде все. Я надеюсь на это. Так, быстренько, быстренько в эту комнату. Вставим эту круглую хрень. Вот сюда. Круглое углубление, да-да-да. Замечательно. Да, без оружия, конечно, тяжело. Опа, денежка. Потрясающе. Так, где-то здесь должен быть выход уже. Правильно я понимаю? Господи, кругами ходим. А, нет, все-таки не кругами. О, вот дверь. Эшли. Молодец. Извини, если я была немного... Все нормально. Нам пора уходить. Так быстро конец главы. Ну хорошо. Всего 9 человек в этой главе замочили. Так. Хорошо. Вы получили несколько предметов от Эшли. Прекрасно, Эшли. Молодец. В этот раз все хорошо. Так. И травка пусть просто так лежит. Хорошо. Ah, what a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off?
You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Так, нам, судя по всему, туда, но я предлагаю вернуться немножко назад. Там была такая дверка. Сейчас вы все сами поймете. Там была дверь, там где нужно, она была закрыта, нужно было подсадить. Вот сейчас Эшли мы туда и подсадим. Так, мужик, я еще нового. Так, это уже все было. Нет, ничего нового нет, и, наверное, лучше тоже нечего. Ну, конечно. Ладно, пойдемте быстренько, по-быстренькому все это пробежим. Посмотрим, что у нас в той закрытой двери. Надеюсь, тут больше никого не будет. Было бы обидно. Ну ёб ты! Я прям как чувствовал. Так, Эшли, подожди. Тихо, спокойно, мужики. Все нормально. Да куда ж ты падаешь? Так, ну, тихо. Вот так. Минус. Ну да. Минус второй. Да ёлки. Все, отлично. Мне кажется, или игра стала какой-то тихой. Надеюсь, на записи будет все хорошо слышно. Так, пошли, Эшли. Быстренько тут. Тем более тут открылся рез. Так что все должно быть хорошо. Ты что тут делаешь, мужик? Да ёлки. Что же вы на ногах никак не стоите? Вот и все. Денег. Хорошо. Здесь ничего нет. Так, здесь ничего не зареспаунилось. Опа, тут можно посмотреть? Нет, нельзя. Ну ладно. Так, Эшли. Сейчас для тебя дадим работу. Так, вороны. Ворон уже нет. Вот эта дверь, вот она. В окно сейчас Эшли подсадим. Давай. Что такое? Ну вот, я все понял. Хорош. Давай, давай, давай. Вот умничка. О, как у тебя юбочка замандражировала. Спасибо. И вы только посмотрите, что у нас здесь. Раз сундук, два, три, огромный сундук. И четыре, прекрасно. Ну, давайте с маленьких начнем. О, красивый флакон духов. Так. Золото, 5000, отлично. И красная трава, вот, а вот это хорошо. Так, где она? Вот она. Хорошо. А что у нас здесь? Господи, вы посмотрите. Бабочка, боже, это просто красота. Да, это действительно очень полезная штука. Давайте хоть посмотрим на нее. Исследовать. Вот, очень мощный револьвер 45-го калибра. Убивает с одного выстрела. Хорош. Огневая мощь 13. 13! А в моем пистолете сколько? Исследовать. 2. Боже, это надо 6 выстрелов взять с моего пистолета, даже 7. Чтобы хоть как-то сравниться с одним. И еще вот патроны на Магнум, это они же, правильно понимаю? 45-й? Да, 45-й калибр, патроны Магнум, замечательно. Так, все, побежали, здесь нам больше делать нечего. Возвращаемся обратно. Эшли, давай быстрее. Надеюсь, ты успеешь. Ну ё-моё. О, молодец. Кстати, ХП у нее восстановилось, насколько я вижу. У нее же было желтое уже. Так, хорошо. Не то. Так, почти пришли. Так, а у этого мужика надо будет посмотреть, сколько эта бабочка стоила. Сколько мы сэкономили денег.
Потому что это действительно очень крутая вещь. Мужик. Так, стоп, давайте сначала посмотрим, сколько она стоила. 38 тысяч, ничего себе. Так, хорошо. Боже, 15. И у нее вон сколько, 17, господи. Ну все, это просто имба. Все деньги потратили. Сколько можно ее продать? За 62 тысячи мало. Ого, 76. Ракетница. Значительное повреждение любой цели. Один выстрел. Да, один выстрел, это, конечно, плохо. Так, мужик. Это мне больше не понадобится. О, духи. Да. И браслет. Хорошо. Так, все. Сохраниться надо обязательно. Тихо. Вот так. Опа. Все, Эшли, валим отсюда. Так, где это огромная... Ой, Луис. Так, где эта огромная дверь? Вот она. Ну, пойдем. Ух ты, ё-моё. Еще одна сохраняшечка. Наверное, нет смысла пока сохранять игру. Только что это делали. Так, патрончики. Там вот какая-то хрень. Но я предлагаю сначала вот сюда пока... Ух ты, ёпта. Ни хрена. Вот это сооружение. Чувствую, сейчас проблемы будут. Ох, ни хера себе. Синий сундук. Я так подозреваю, что здесь третья часть той вот... картинки, скажем так. Нифига тут помещение. О-о-о. Да, так, спокойно, мужик. Тихо, куда ты поехал? Нахер. Опа, прикольно. Так, ты где? Да куда ж ты? Мужик, я тебя все равно убью. Ай, красота! Попал. Еще сундук будет? Будет, хорошо. Так, ладно, проваливаем отсюда. Ого, ничего себе, мужики. Ну вы даете. Так, карусель, карусель. Поехали. Опа. Так, мужики уже здесь встречают. Хорош, минус. Еще ублюдок бежит. Давай, 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 беги. Вот так. Вот этот не умер. Ладно, поможем ему. Давай, вот. Больше никого нет? По-моему, никого. Так, что у нас здесь? О, это побольше, чем 5000 стоит. По-моему, 12. Так, и вот здесь. Ух ты, ё-моё. Еще и в красном одеянии, такой весь крутой. Тихо, тихо. Ой, там, по-моему, сзади кто-то. Да, точно. Да нет. Ты должен был встать на колени. Ну ладно, пусть так. Хорош. Мужик, может, ты встанешь? Хорош. Вот так вот. Так, кто еще? Где? Эх, не умер. Сколько у вас там вот... Да что такое? Это тоже не умер, капец. Плохо. И еще один вылез. Ё-моё. Опа. Ой-ой-ой-ой. Нихера себе. Тихо. Спокойно. Вот так. Фух. Да ну сколько можно, мужики? Вот, отлично. Так. Да, встань ты на колени. Вот, отлично. Фух. Последний, мужик. По-моему, последний. Все. Так, теперь нужно что-то сделать с вот этим ублюдком. Тихо, 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 спокойно. Вот.
Давай, давай. Опа! Быстрее, быстрее, быстрее. А-а-а! Точность просто зашкаливает. Так как ты успел? Быстрее, 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 быстрее. Вот. Хорош. А вот и мостик. Так. Пойдемте заберем, что у нас здесь. Третья часть. Точно. Хорош. Все, уходим. Здесь больше делать нечего. ХП маловато, но пока лечиться не будем. Так, карусель, карусель. Ах, черт, не успел. Опа. Давай быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Хорош. Супер. Так, надо сохраниться. Обязательно. Огонь. А если стоит, ждет. Хорошо, что с ней ничего не случилось. Так, сохраняемся. Отлично. Поехали дальше. Так, что здесь? А здесь ничего и нет. Ну ладно. Нифига себе, вагонетка. Так. Так, что здесь? Нихерашеньки нет, ладно. Так, это мы где? А это мы вернулись, да, сюда. Ну хорошо, вот здесь есть сохраняшка еще одна. Так, открываем все это дело. Так. Да, я вижу, что не готово. Еще, давай быстрее. Хорош. Так, все, стена открылась. Не знаю, стоит ли здесь сохранять. Вообще, наверное, нужно закончить серию уже. Давайте, наверное, так и сделаем. А может и нет. Ладно, давайте еще немного. Поехали. Просто времени совсем нет свободного, но ничего. Еще немножко побегаем. Что у нас здесь? О, еще вагонетка. Так. Так, ничего, по-моему, здесь нет. Ну хорошо, поехали. Романтическая поездочка такая. Интересно, долго вы едете или нет? Опа, ваза. Тихо. Я тебя вижу. Так. Серия получается довольно спокойной. Ну, не считая тех ублюдков-рыцарей. Так, что здесь? Чё это? Так, нет, сюда рано. Тут вон еще сколько всего. Так, что здесь? Отлично. Так, сюда. Там, по-моему, решетка, да? Значит, сюда вернемся попозже. Это что такое? О, мужик, здорово. Сейчас мы тебе продаем всякую херь. Так, и у него здесь есть этот. Сейчас быстренько сохранимся. Тихо. Идемте, постреляем немножко. Заработаем еще денежек. Так, давай. Welcome. Не-не-не-не, вот так. Хорошо. Эшли, подожди. Б, хорош. Так. Тихо.
Нет, блин, нет, 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 нет. Эх, не попал. Обидно. Перецельчался почему-то начал. Ну ладно. Хорош, хорош. О, черт. Да ну что такое? Не идет сегодня что-то. Уйди. Вот так. Мало будет, штуки три, наверное. Да. Ладно. Ну что ж, хорошо, давайте еще раз. Думаю, сейчас все шесть выбьем. А если не выбьем, будем ждать, пока выбьем все шесть. Так, мужик. Хорош. Блин, а что ж такое? Музычка, время перезарядки, хорошо. Опа, опа, оп. О, мужик. Отлично. Хорош. Просто огонь, 6. Здорово. Вот это я понимаю. Так, уходим отсюда. Двадцать пять тысяч, ничего себе. Так, пошли отсюда, Эшли. Подожди здесь. Там были украшения, сейчас мы ему все это попродаем. Сначала мы их собьем, а потом уже попродаем. Да? Где они были? Здесь, по-моему. Да, точно, ну хорошо. Так. Так. Опа, зеленый камень. По-моему, он нам не нужен, у нас уже есть. Но вот во второй маске, по-моему, нет. Хорошо, сейчас проверим. Так. Прекрасно. Ну, здесь обычно закрыто. Да. Способ потом найдем обязательно. Так, здесь ничего нет. По-моему, ничего нет. Ну, хорошо, возвращаемся. К торговцу. Сейчас быстренько все сбагрим ему это дело. Где? Вот. Господи, какие же тут... Опа, там, по-моему, трава лежит, да? Это еще и желтая, господи. Да, хорошо. Какая-то записочка. Получен образец. Как вам уже, наверное, известно, Луис Сера был схвачен лордом Садвером. Образец вернулся в руки истинных владельцев. Я надеялся, что мы сможем разобраться без вмешательства лорда. По крайней мере, теперь мы можем радоваться тому, что образец снова в безопасности. Теперь, когда образец в наших руках, Предательница не сможет забрать его. Очень жаль, что вследствие всего случившегося Сера покинул этот мир. Его ожидало светлое будущее, если бы он проявил верность нашим идеалам. Что же касается американцев, то лорд позволил нам заняться ими. Давайте не будем разочаровывать лорда. Мы должны схватить Эшли и привести ее к лорду. Американского агента нужно уничтожить. Ах, вы ублюдки такие. Так, ну хорошо. Идемте, сбагрим все. Может быть, закупимся, если что-то будет новенькое. И будем заканчивать на этом. Так. Так, отсюда мы пришли. Вот сюда. Сюда же? Ни хера не сюда. Господи, тут заблудиться можно. Где это все? Вот, боже. Чувак. Welcome. Давай, что-нибудь новое. Got some rare. What are you selling? Так, продаем все это дело. Так, зеленый камень потом сюда всунем. Бельза, шпинель. Хорошо. О, кулон. Отлично. Так, маска, это все не то. Что можно улучшить? А ничего... Ничего нельзя улучшить. Ну, блин, жалко. Жалко, жалко. Ну, хорошо. Будем ждать. Так, все, сохраня... Тихо. А, открыто. Блин, показалось. Сохраняемся и будем здесь заканчивать. Вот так. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи и пока.